Здравствуйте, дорогие друзья! Всех с наступившим новым 2023 годом! Желаю всем мира, счастья, добра, здоровья, всех земных благ! Сегодня у меня небольшой обзорчик моих комнатных растений. Это пеларгония зональная, красная королева. Зацвела у меня 3 цветоносиками. Вот такая она симпатичная красная королева. 3-й цветоносик еще не расцвел, только на бутончиках. И 2 постепенно раскрывает свои чудесные ярко-ярко-красные цветочки. Надеюсь, вам тоже понравится, и вы полюбуетесь этим ярким, красивым цветком. Также у меня расцвела еще бегония, эприкот, оранжевые цветочки. Это соленья эприкот, сорт называется. Соленья yellow, к сожалению, она не цветет. Эприкот цветет вот так. Много-много бутончиков у нее появилось. Оранжевых таких, скученные такие бутончики. Может быть, то, что зима, она так. Может, что-то ей не хватает. Поливаю обычно удобрением для цветущих. Любит прохладу. Также стоят все цветочки на балконе. Где-то даже до 10 градусов опускается температура. Им очень нравится. Также продолжает цветение кампанула. Белая невеста. Также продолжает цветение. Уже у нас какое 5 января будет, она все цветет. В январе вот такие вот цветочки у меня почему-то цветут. Хотя это в основном летом она цветет, должна цвести. Летом у нас жара, но у меня эти цветы любят прохладу на балконе. Вот так вот зацветают. Также в маленьком горшочке еще разрослась и потихоньку цветет. Продолжает цветение декабрист. Сейчас я подниму, постараюсь, цветочек, потому что они все вниз свисают. Вот такой вот декабрист. Много еще бутонов не раскрывшихся. Он также продолжает радовать. Цветочки некоторые отцветают вот так, потом я их выкручиваю, просто беру и убираю так ноготочком. Много еще бутонов будет распускаться, каждый день он распускает новые цветочки. Вот такие они красивые, розовые. Очень яркие и серебром отливают. Розовый красавчик декабрист. Зацвели у меня также еще некоторые фиалочки. Яркая такая. Уже этот цветочек держится примерно неделю. И еще много бутонов, но пока она их не распускает. Скоро будет зацветать обильно, но пока только с одним цветочком уже неделю, и он вот такой уже отцветает, радует меня. Также еще одна фиалочка расцвела, голубенькая с белым. 3 цветочка сейчас расцвели, еще есть бутончики. Переливаются цветочки, пытаюсь вам передать. Камера не очень передает, но очень красивые цветы, фиалочки. Также есть, которые на бутончиках. Вот такие. Много-много бутончиков. Фиалочки зацветают потихонечку. Продолжает цветение оксалис.
Он у меня постоянный цветунчик, цветун. Колокольчики нежные. Вот такие вот у него колокольчики. Выпускает много цветоносиков. И цветет. Оксалис или кислица еще и называют. Бабочки закрываются на ночь. Мне очень нравится то, что он у меня зацвел. И продолжает каждый день раскрывать все новые и новые бутончики. Вот такие вот симпатичные цветочки сейчас у меня цветут. Всем большое спасибо за просмотр. Также покажу свою традисканцию, которая разрослась. Очень сильно она разрослась. Свисает на окошке. Не буду ее поднимать, чтобы не травмировать. Скоро подниму ее опять, подвешаю наверх. Хоечка. Хоечка выпустила новые листики. Усик у нее вот такой красивый, симпатичный. Листья варигатные, вот такие с крапинку, белую крапинку. Листики необычные. Потихоньку тоже растет. Посадила ахименисы, еще пока не вышли. Гордения. Немножко она не очень себя чувствует. Но, надеюсь, разрастется. Также еще адениум выпустил цветоносики. Вот такой пучок у него цветоносиков. Надеюсь, скоро расцветет и порадует меня цветами. Каудекс у него большой такой, толстенький. Самый толстый мой слоник. Тоже скоро зацветет. Обрезала. Хорошо себя чувствует. Новые побеги выпустил. Но то, что зима, вот, наверное, он отсушит некоторые бутоны. Ну, может быть, надеждой какие-то он все-таки распустит и порадует цветением. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, друзья, на мой Яндекс.Дзен, на мой YouTube канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Наталья. Соленья Yellow. Моя пока не цветет, это соленья Эприкот. Всем мира, добра, здоровья, всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.